Здравствуйте, дорогие участники и друзья группы Верес. Поздравляю вас с Новым годом и желаю вам исполнения ваших желаний, здоровья и счастья вашим близким. Огромное спасибо и отдельно низкий поклон Александру Борисовичу Федорову и всей команде сотрудников и волонтеров группы Верес. Люди, которые не побоялись взвалить на себя такую высокую ответственность и довольно тяжелый труд, поскольку работой, как бы это, наверное, не назовешь, это забота и ответственность 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ну, это, по сути, образ жизни. Им награду за это, конечно, волшебное превращение какого-то существа, напоминающего медведя, с какой-то дикой болью и безумием в глазах, и потом вдруг это существо превращается в совершенно очаровательную, роскошную, с характерцем, конечно, медведицу Антонину. И маленькое, почти бездыханное, обгрызанное тельце лосика превращается в огромную, шикарную супермодель с какими-то совершенно человеческими глазами Люминьку. Вот. А маленькие полосатенькие горошинки, типа Моли и Васяну, превращаются в чудо-хрюников. Ну и все прочие, прочие носохвости и пушистики центра. Это так радует, это дает такой очень большой жизненный заряд энергии, что хочется делать все больше и больше. Здоровья, счастья и всех благ. Все благ, в том числе, конечно, и материальных, чтобы мы с вами смогли потом тоже проявить маленькую заботу о чудесных питомцах Велеса. Всем счастья и здоровья! С Новым годом!